Все началось, когда родители отдали мне балет. Это единственный путь, который я вижу возможным. В балете я провела 3 года, потом подралась с преподавателем по балету, меня выгнали из балета. Ты с детства занималась в театральном кружке и очень мечтала. Потом я стала моделью. Я не знаю, потому что хочется. Да, просто хочется. А потом папа захотел, чтобы я стала бизнесменом, чтобы я управляла его рестораном. Он отдал мне в школу, высшую школу экономики. Я проходил мимо. Я вообще учусь на инженера-технолога. Я вот за компанию с ребятами пришел. В этом году я заканчиваю школу экономики. Но мне это все ужасно чертело. Потому что, ну да, хочется играть на сцене. Я думаю, что все началось с балета. И вот я здесь. А мне больше некуда просто. Вообще хочет быть артисткой. Ну, знаменитой артисткой. Ну, как это у нее получится? Она уходит в институте, ну, слава богу. Исулович кто? Дагма. Исулович актер. Он мне очень нравится как режиссер. Я считаю, что это один из величайших режиссеров нашего столетия. Что? Я не поступаю. Это человек, который, я знаю, принимает на курс. Надеюсь, тот мужчина, который возьмет меня на второй тур.